Наша программа продолжается. Сейчас у нас в студии человек, двукратный чемпион мира по гиревому спорту. Мало кто может похвастаться такими достижениями. Андрей Рассадин, доброе утро. Доброе утро. Андрей, вот мы видим твои медали. Они из Будапешта. Они не золотые. Но они все равно золото, да, олицетворяют? Будапешт, Венгрия, две золотые медали чемпионата мира. Рассказывай. 21-25 октября этого года проходил чемпионат мира в Венгрии. Это после пандемии такой чемпионат мира, потому что в прошлом году провели только в Питере. Ну, потому что в России вроде как разрешили проводить мероприятия, провели в Питере, но мало стран собралось. Вот, и вот этот вот первый такой чемпионат мира был заграничный, как бы с выездом. Крупный? Да, крупный. А сколько было стран? 34 страны. Это для гиревого спорта? Да, это очень даже неплохо, учитывая то, что азиатские страны многие вообще не приехали, потому что их не выпускают там японцы, корейцы, китайцы, по-моему. Ну, соответственно, их не выпускают. А кто главные соперники? Главные соперники у России, Казахстан, Украина. А, ну понятно, все около советского государства. Да, где остались еще вот эти, советская школа. Угу. Так, двукратный чемпион, это в каких видах? Двукратный, это вообще, это считается по годам. Mm. То есть в прошлом году в Питере я стал чемпионом мира, и в этом году вот в Будапеште. А медали две, потому что отдельно награждали еще по отдельным видам. Mm-hmm. И можно было заявиться, я заявился в рывок. То есть рывок — это мое как бы коронное упражнение, любимое, и я заявился в рывок, и вот, и, пожалуйста, там... Рывок — это вот что значит? Рывок — это одной гирей непрерывное движение. То есть на оба есть классическое двоеборье. В классическом двоеборье два вида упражнений. Толчок классический, с груди две гири. Отсюда вот так вот, да, выжимаешь туда. Да. И рывок классический. Вот. На оба упражнения, на каждое из них дается по 10 минут. Потолкал, какой-то период прошел, отдохнул, и выходишь на рывок. Mm-hmm. Вот. Рывок — это одной гири вверх непрерывным движением с одной сменой рук можно выполнять. То бишь, один раз можно руку поменять. Да, и один все. Устало, поменял, все. Mm-hmm. Так, есть какие-то цифры, говорят? 237,5 в этом mm-hmm. году получилось очков. Это сумма двоеборья. 203 рывок повторил прошлогодний рекорд мира. Ну, я в этом году в другой весовой категории выступал. Mm-hmm. 203, но было бы 208, там судья мне 5 подъемов еще не засчитал. А, почему? Не знаю. Так случилось, да. А ближайшие конкуренты, вот кто на втором месте? На втором месте у меня казах был еще, причем такой хороший казах приехал, 19-летний амбициозный парень. Такой прям, он прям приехал, прям горел выиграть. Побеждать, хотел. Да? Да, да, да. Так, ты в спорте в этом с самого детства, как я знаю. Ну, можно сказать, да, с 9 класса. Все вы из Заиграевского района, ну, очень много воспитанников, да, много. Знаменитого тренера. Да, Леон Сергеевич. Да. Что этот спорт тебе дал? Ну, это вообще моя жизнь теперь, профессиональная деятельность, как бы, воспитал во мне мужчину, воспитал характер. Волю к победе, ну там надо железные нервы иметь. Я сейчас могу сказать, что я супер выносливый в плане головы, в плане психологии. Одну монотонную работу делать mm-hmm. на протяжении долгого времени сейчас не составляет проблемы. Ну, очень терпеливым становишься за счет этого вида спорта. Гиревой спорт – это не олимпийский вид спорта. Не олимпийский вид, да. А вообще говорили хоть когда-нибудь, что он станет олимпийским? Там много должно соблюстись условий. То есть это членский, во-первых, вид спорта. Там АЮКЛ – это Международный союз гиревого mm-hmm. спорта. Он должен состоять во многих, так скажем, подведомствах, что ли. Там спорт-аккорд, ну, состоит. Mm-hmm. ВАДу платятся ежегодные взносы, mm-hmm. это обязательно. Вид спорта сейчас не признают, если ВАДа не признала. Mm-hmm. Вот. Я вот этих политических моментов еще многих не знаю, потому что я как со стороны спортсмена только смотрю, пока сильно не вникал. Вот. И должно быть количество стран определенное. Ну, то есть развитие идет, но пока про Олимпиаду не говорится. Ну, вот у нас очень много в республике спортсменов, которые занимаются видами спорта не олимпийским. Вот сейчас мы слышали про тэквондо.
Бандист нашего, который тоже стал чемпионом Европы, да? Да-да-да. Ушуисты наши знаменитые, которые чемпионом мира тоже становятся, но в Олимпиаде не участвуют. Вообще была какая-нибудь когда мечта, наверное, у каждого спортсмена есть там выиграть Олимпиаду? Ну, само собой, конечно. Но для нас потолок – это чемпионат мира для неолимпийских видов. Ну, ты уже двукратный чемпион мира. Итак, когда будет квартира? Да, квартира – извечный вопрос. Когда будет квартира? Не знаю, это, наверное, не ко мне вопрос. В смысле, не дают квартиры? Ну, не дают, насколько. На моей памяти ни олимпийцам, ни одному квартиру не давали. Нашим, в смысле, олимпионикам. Нашим олимпионикам давали. Ну, это понятно, да. А не, кто не участвует в Олимпийских играх, не олимпийские виды спорта, по-моему, не было квартиры еще ни у кого. Так. Большой вопрос. Почему у двукратного чемпиона мира нет еще квартиры от Республики Бурятия? Ладно. Ну, наверное, там в законодательстве есть какие-то свои пути, какие-то свои течения, но я думаю, что если Министерство спорта и молодежной политики или правительство увидит эту запись, то они обязательно нам ответят, почему так случается. Кстати говоря, у чемпиона мира Владимира Максимова по ушу, восьмикратного, по-моему, чемпиона мира, тоже, по-моему, нет квартиры. Если что, стоит задуматься. Так, поехали дальше. Насколько он конкурентный вид спорта? В России... Сложнее пройти внутренний отбор, внутрироссийский отбор, потому что здесь дичайшая конкуренция просто. Так мне казалось, что Бурятия вообще впереди планеты всей. Ну нет. Нет, да? Бы, да? А где? Вот ладно, если мы знаем, что по странам это Украина и Казахстан, ближайшие конкуренты России, а в России? В России все регионы России занимаются, практически все регионы России занимаются. Топ регионов это Санкт-Петербург, Калуга, Томск, Омск, Челябинск. Раньше Тюмень была, но там у них политически немножко их задавили. Ну и Бурятия, наверное. Бурятия, да, сейчас в топе как бы. Ну, регионов 10 наберется тех, которые прям топовые регионы, где из этих регионов спортсмены постоянно участвуют, ну, состоят в составе сборной страны и выезжают на международные соревнования. Просто большая сборная? Сборная, да, достаточно большая. Сейчас ездило порядка 60 человек, потому что в этом году приняли решение допускать еще и вторые номера. Вот. То есть раньше был номер от страны, сейчас два номера от страны. И поэтому сборная большая. У нас порядка 100 человек ездило. Плюс судьи, организаторы. А от республики? От республики 3 человека. Это ты? Я и два моих ученика. Ну, то есть я их второй тренер. Они когда в город переехали, студентами стали. Ну, студенты БГУ? Да, студенты БГУ. Коломин Дмитрий и Каргин Сергей. Так, но с медалями приехал только ты. Все с медалями приехали. А, да? Да, мы не ожидали вообще такого результата, что мы ехали, да, бороться, конечно, за призы, там, за первые места, но не ожидали, что там, ну, там конкуренция, ну, все равно это чемпионат мира, да, и конкуренция была приличная. Вот, Коломин Дмитрий у нас дубль исполнил. Дубль, то есть он в двух видах участвовал в программе. У нас два вида программы, длинный цикл. Это один раз выходишь, толчок, опускаешь вниз, опять заброс. Ну, в общем, такой вид. И двоеборье. Вот. Но он ехал вторым номером. От России ехал первый номер, совсем другой парень, с Воронежа. Но получилось по-другому. Но получилось по-другому, да. У того парня с Воронежа вообще не получилось реализоваться. Он стал, по-моему, в одном виде вторым, в другом третьим. Как часто так бывает, что, например, я понимаю, что вот в таких видах спорта, где нужно прицеливаться и попадать, вот там, да, там все может помешать, да? А вот в гирях, что может случиться такого, чтобы вот не достичь определенного результата? Основное, мне кажется, голова. Если ты готов физически, ничего не произойдет. Но если ты готов... Если ты готов морально? Ты с головой не готов, ну, 10 минут... Надо настроиться на эту работу. Я вот просто, ну, я представляю, насколько это сложно настроиться, чтобы тебя ничего не сбило. Как бы ездят опытные спортсмены, у них 5-6 миров уже, они там нормально. А тут такое психологическое давление, ты не должен как бы просесть на этих соревнованиях, потому что, ну, ты в национальной сборной, ты защищаешь. Конечно. Да, флага нас лишили, конечно, на этих соревнованиях. Но, тем не менее, тут колоссальная работа именно психологическая. 10 минут, наверное, кажутся прям часами, да? Нет. Или просто слышно каждое слово, которое вокруг? Ну, я научился уже от этого абстрагироваться. Да, абстрагироваться. Особенно вот после первого упражнения, для меня более сложное первое упражнение – толчок.
Вот есть мой соперник из Чечни, Сулейманов Мавсар. Он установил рекорд мира. Выполнил 166 подъемов. А у тебя? Я в этом упражнении делаю 136 максимум. Но есть второе упражнение «Рывок», где я сильнее, а он послабее, да. И то есть я говорю всегда, когда мы оттолкались, соревнования для меня закончились. Рвать я уже знаю как. Ну, сейчас мы в разных категориях на чемпионате мира выступали, он в 73, я в 78. Вот, но тем не менее. Главное настроиться. Понимаю. Планы на будущее? Ну, трехкратным, четырехкратным стать. Ух ты! Видите, какие амбициозные спортсмены? Тут уже дело-то в другом даже. Может быть, мне уже и не так интересно. Ну, потому что это случилось. Случилось один раз. Случилось два, значит, не случайно. Вот. У спортсмена звание есть, ну, то есть... Если олимпийский вид спорта, самое главное – это Олимпиада. Если ты не олимпиец, то чемпионат мира. Но помимо этого, есть в России существует звание мастер спорта. Ну, возьмем, мастер спорта. Да, международник и заслуженный. Я сейчас международник. Ну, наверное, надо будет пробовать уже то, мне кажется, заслуженного все? Получать. Или какие-то должны условия пройти? Да, есть определенные условия, определенное количество очков надо собрать. Ну, я об этом даже раньше не мечтал. Я думаю, я смотрел на своего тренера Сергея Трофимовича и думал, ну, как бы это нереально, наверное. Недосягаемое, да? Недосягаемое что-то для меня. А сейчас, после двух миров, я уже понимаю, что, в принципе... Ну, к заслуженному полпути пройдено или больше? Полпути пройдено. Полпути пройдено, да. Я думаю, что надо просто еще подержаться в топе года 2-3, и будет, я думаю, самое то. Приятно это слышать. Мы желаем тебе удачи. Спасибо. И сейчас, уважаемые зрители, просто будет смертельный номер. Мы будем пытаться с Андреем тягать тигири. Ну, точнее, Андрею это все понятно, все к лицу. Мне, честно говоря, не очень. Давайте попробуем. Я напоминаю, у нас в гостях двукратный чемпион мира по гиревому спорту Андрей Рассадин. И сейчас он не один пришел. Он пришел со своими гирями, но, как он уже мне сказал за кадром, это 16-килограммовая гиря. А в большом спорте используется 32-килограммовая. 16 – это вообще для детей. 24 – для девочек. Для девочек. Да? Ну, 16 и мне уже сложно, честно говоря. Андрей, покажи, пожалуйста, что ты имеешь в виду, когда говоришь слово «рывок»? Рывок. Выполняется. Гири ставится 20-30 сантиметров от начала стопы, то есть от большого пальца. Вот, выполняется одно непрерывное движение. И наверх. Ой, я даже, конечно, так не смогу одной рукой. На прямой руке. На прямой руке. Опускается виш. Ага. И так нужно сделать сколько раз? 10 минут надо сделать. А сколько, это уже зависит от твоего темпа и от твоей подготовки. Ой, ну, я сделал 200-203. Ой-ой-ой. Так, ты можешь это делать только одной рукой. Да, и в чем... раньше было различие в чем? Допустим, тебе засчитывали по наименьшей руке. Ага. Вот ты порвал 70 раз, перекинулся, порви другой 70. А, не меньше. Не меньше, да. Иначе будет там 50. Да. Да? А порвал 50, значит, все засчитают 50. Потом это упразднили немножко правила и сделали более справедливое. То есть я, допустим, ну, я называюсь одноруким, да, спортсменом. У меня правая рвущая. То может. Есть 10 минут я распределяю, допустим, около 7 минут на правую. А, и 3 минуты на левую. Порядка 140 подъемов. И добиваю левой, там еще и поскоростить можно. Ну, у меня получается 130 на 70, допустим. Так, а у тебя одна рука больше другой? Нет. Нет. Все равномерно. Да. Так, и еще одно. Еще одно это вот с груди, да? Классический толчок. Это двумя. Да. Это вот первое упражнение классического двоеборья. Классический толчок с груди выполняется. И в приседе. И так тоже 10 минут? 10 минут. 32 килограмма. Ё-моё, это же вообще жесть. Это каждая по 32 должна быть или нет? Или да, каждая по 32. 64 килограмма человек так тягает вот. 10 минут. То есть потолкал, отдых и порвал. А есть еще длинный цикл. Это отдельный вид программы, отдельное упражнение, совсем отдельная наградная там. Они к двоеборцам не имеют отношения. Вот в этом виде Сергей Каргин выиграл чемпионат мира. То есть тот же самый толчок, только после каждого опускания прям вниз. До конца, да? Да. Не до груди. Все, сброс. И там тоже 10 минут? Так тоже 10 минут. Ой, жесть. На это настроиться надо, да.
Так, еще мы знаем по секрету всему свету, что Андрей умеет этими гирями не просто их тягать, я тут одну еле-еле поднимаю, он умеет им еще жонглировать. Покажи, пожалуйста, да. Что умеешь. Было такое. Можно так, вот это? Нужно вот это. Потому что... Ты их как-то называешь, эти гири? Нет, просто гири. Просто гири, не роднишься с ними. Ну да, кормилица, наверное. Так, ну простые элементы. Жонглирование. Ох ты! Здесь плита, да? Под да. ковролин. Мы очень надеемся, что у тебя все получится. Ну, я вообще давно не занимаюсь жонглированием. В общем, ой, друзья, ну вы посмотрите, это же в его руках, это не просто гиря, это как будто пушинка. Спасибо кстати, огромное. Кстати, у нас теперь проводятся чемпионаты мира, ой, чемпионат России два раза провели по гиревому жонглированию. У них появилась своя федерация. При нашей федерации они открыли отделение. И теперь, и вот сейчас ездили жонглеры с нами на чемпионат мира. Ну, у них игры как-то назывались. Они собрали 8 стран. Причем страны не постсоветского пространства, а... Вообще прям по всему миру. Да, да, да. И вот жонглирование сейчас развивается как вид спорта. Там, наверное, еще и вот так вот могут... Там как только не могут. Все понятно. Андрей, спасибо большое за эфир. Мы желаем тебе стать 5-10-кратным чемпионом мира. Надеемся, что все чаяния и прошения обязательно будут услышаны. Спасибо, что был сегодня с нами. Вам спасибо. Наша программа продолжается. Музыка на новом утре.